Всем привет! Это видеообзор на мотоцикл Magnum Motard 250. Внешне скопирован Suzuki DRZ SM. Двигатель здесь устанавливается 250-кубовый. По лицензии Suzuki делается. 20 лошадиных сил здесь, 20 крутящего момента, двухклапанный, с вакуумным карбюратором, пятиступенчатая коробка передач. Что здесь еще у нас есть? Походовой у нас здесь. Спереди вилка перевернутого типа. Тормозной диск с двухпоршневым суппортом. Тормозные шланги здесь армированные. Спереди и сзади стоят. Защитки имеются на перьях. Колеса 17-го радиуса стоят. Резина, я бы сказал, шоссейная такая. Можно немного, конечно, по песочку покататься. 17-го радиуса колеса. Диски усиленные стоят. На двигателе защитка имеется. Лапка переключения передач складывается, подножки складываются при падении. Сзади у нас маятник с моноамортизатором, с прогрессией. Цепной привод, 520-я цепь стоит. Сзади тормозной диск стоит с однопоршневым суппортом. Сиденье кроссовое стоит, довольно мягкое. Блоки управления стандартные, в принципе, как на всех мотоциклах. Приборка информативная, показывает переключение передач, поворотники, дальний свет, одометр, тахометр, спидометр. Бак на 10 литров. Максимальная скорость этого мотоцикла примерно 140 километров. Крейсерская 100-110 километров. В принципе, все, что можно было сказать об этом мотоцикле. Всем спасибо. До свидания.